сказал на 7% повышение. Она, стране она... на 30%. А то и на 200%. Да уж. Честно, не знаю. Ну, наверное, конечно, будет повышение. Если он кладет сейчас на это. Президент сказал, что вообще 200 рублей. Это не я знаю закладно. В принципе, цена, наверное, летняя. Дорожание сейчас какого числа-то будет? Да неизвестно. Новые партии всегда дорожают. Пока вроде закупили сами. Узнать неизвестно. Машина придет, новые цены. Понятно. Кстати, сейчас много видосов по стеклопластиковой арматуре. А это кто вообще? То есть цены видели сами. Вот здесь вот ребята заливали все лето. Что-то тут сделали двухэтажное. Сами вот этот каркас, он монолитный. Куча арматуры. Наверное, с ногу. То здесь полукруг какой-то.
такой интересный фасад, необычный прямоугольный какой-то. То есть не знаю, что здесь делали. Металлобаза. Так, ну и как бы два магазина, один здесь, другой в Мелехово за городом. И в Мелехово там вроде как цены-то подешевше. Но в любом случае ОСБ здесь 1100, по-моему, если я не ошибаюсь. А в интернете можно найти на Авито по 700, по 900 рублей за лист. То есть здесь на 200, на 400 рублей лист дороже, чем на просторах интернета. Но в интернете, как видели сами, один чувак продает пилу за 200, за 1200, ну а по факту за 1500. То есть, скорее всего, 700 и 900 рублей это для привлечения своей аудитории. Ну или кому-то надо срочно какое-то количество ОСБ, когда магазин уже закрыт, работа, так скажем, горит. То есть экономия, она как бы уже и не оправдана. В любом случае, есть у меня еще дней 10 подумать, но, как уже сказал, сейчас на просторах YouTube. Некоторые, так скажем, люди делают фундаменты с использованием стеклопластика вместо классической железной арматуры. Но что-то я сомневаюсь. То есть не знаю, если брать стеклопластик, там, по-моему, восьмерка за место 12 металлическая идет по классу прочности. Ну и цена, соответственно, в два раза дешевле, чем металл. То есть 12 арматура стоит 86 рублей за метр. Год назад она была 30 рублей. Ну а к середине этого лета она была 104, по-моему. Не помню. Ролик я снимал летом как-то, потом уже забил на эту стройку. Ну и дальше больше ценами не интересовался. Сейчас, как вы сами слышали, продавцы сказали, что подорожает на 7%, но, блять, что-то я сомневаюсь. У нас, как всегда, инфляция 4%, а на деле, блять, 250. Так, ну а на этом я свою идею заканчиваю. Всем пока. Так, по поводу использования металлической или стеклопластиковой арматуры, кто что знает, пишите в комментариях, обсудим. Для меня эта тема очень актуальна в этом сезоне, так скажем, потому что я думаю, что весной точно цены взлетят. Еще раз прощаюсь, всем пока.